Вот hub.net – это сайт, где ты можешь прокачать свой ангар. Большой ассортимент кейсов с танками, голдой и самое главное, на сайте появились новогодние серии кейсов, куда завезли тысячи новогодних коробок, которые могут стать твоими. Большие новогодние коробки, рождественские, восточные и, конечно же, волшебные. Более 1,5 миллионов открытых кейсов, более 120 тысяч человек испытали уже свою удачу. Попробуй и ты. Ежедневные розыгрыши новогодних коробок в бесплатной раздаче. Раз в сутки крутани барабан с бонусами. Бесплатные кейсы раз в 2 дня, а также реферальная система. Все это на сайте whathub.net. Используй мой код пополнения и получи 15% больше. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Мы находимся на общем тесте патча 1.11.1, и здесь у нас есть все возможности, ну, по крайней мере, насколько позволяет тестовый сервер, ознакомиться со всеми теми новинками, которые нас ждут. И сегодня герой нашего видео – итальянский топовый тяжелый танк, о котором многие слышали, многие говорят, называется он «Риночеронте». Очень красивое итальянское слово переводится как «носорог». Вот уж не знаю, похож ли этот танк на носорога, и есть ли у нас тут что-то общего, но то, что он не похож на все другие танки в игре силуэтом, это факт. У нас такая вот необитаемая, скажем, башня, даже в составе танкистов у нас нет заряжающего, при том, что они, эти заряжающие, встречаются вплоть до любого другого итальянского тяжа, а вот здесь их нету. И как с этим делом жить, давайте разбираться. Прежде всего, конечно, что нужно в ангаре посмотреть, мы посмотрим на вооружение и на бронирование, а все остальное обсудим в бою и подведем так называемые итоги. Но уже сейчас, на берегу, на тестовом сервере, ясно, что эта машина неоднозначна. Это не имба, это танк, который, ну, типа, заставляет тебя по-новому взглянуть на тяжелые танки в целом, добавляет тебе эти вот 3-снарядные дозаряжания итальянские, с очередными новыми методиками, механиками, и как бы все на этом. Пока еще время не пришло, на фан-ресурсах не разлетелась коллижен модель по поводу бронирования этого танка, и пока можно, ну, примерно так прикинуть, что у нас бронирование корпуса не особо, 135 это, видимо, верхний бронелист, ну, тут какой-то угол есть, конечно, может быть, бронебойным и не пробьешь, ну, а так, в общем, и в целом корпус, скорее всего, пробивается, в НЛД пробивается, конечно, всем, ну, а верхний бронелист наверняка голда его не жуя. А вот башня имеет какой-то шанс. Во-первых, ни одного лючка как такового нету. Во-вторых, бронирование башни здесь указано 190 мм. Я предполагаю, что это именно вот эти вот плиты. Поскольку угол здесь примерно 45 градусов, и это сразу мы умножаем эту броню в 2 раза, и получаем приведенных 300 с лишним. Это позитивно. Но насколько я успел заметить, все равно это пробивается, потому что если на врага ты смотришь вот так, то не пробьют точно. Но если уже вот так, совершенно другая история. То же самое точно башня, например, у нас начинается вот здесь, и только ты немножко отвернул, она уже с радостью принимает урон. Поэтому сказать, что танк этот бронированный, но не совсем. Ну а также сказать, что у нас нет ни одного лючка, тоже нельзя, потому что вот он. Внезапно это и есть, видимо, дань носорогу. Какой-то рог у нас на башне. Он не является никаким местом, ни смотровым прибором, ни лючком, ничем. Он просто является твоим снарядоприемником, который вблизи, ну, если ты спрячешь все остальное, сверху враги будут выцеливать. Ну, наконец, давайте поглядим на самое спорное, что в этой машине есть, что отличает ее вообще от всех танков в игре. Обычно мы привыкли как? У нас есть основные снаряды и голда. Голда это лучше, голда это больше пробития, в случае подкалиберов это больше скорость, ну и поле полета снаряда, я имею в виду, и вообще это супер круто. Здесь удивительное рядом, но голда самая галимая, которую только можно себе представить в страшном сне. Во-первых, подкалиберы у нас летают со скоростью почти 1500. Это обычные снаряды стоимостью 1300 и альфа, как у ИСа 7, 490. Пробитие, причем еще хорошее, 268. И гляньте на кумулятивы. Их скорость полета вообще заоблачно низкая, в 2 раза ниже, чем у подкалиберов. Если подкалиберам, то не каждый раз на топ-дистанциях тебе удается упреждение взять нормально, то этими ядрами вообще можешь забыть. А не только для сражения в упор и только для бронированных танков. Потому что подкалиберы в целом пробивают все остальное. Нормально так. Они и катки пробивают с уроном и все остальное, то, что мы любим. Ну и, короче, вот такая вот история. Удивительный танк. На нем не нужна голда. Точнее как, нужна, но ее нужно использовать действительно только для бронированных. Потому
потому что для всех остальных она предельно отвратная. Она неэффективная, она не пробивает экраны и гусеницы, у нее низкая скорость полета, значит плохая траектория полета. И вообще, удивительно, друзья, но это тот самый момент, когда я вам скажу, голда в этой игре для этого танка не нужна. Подкалиберов будет хватать за глаза. Конечно, это и ограничивает машину, потому что внезапно на нас выезжает Леопард-1, а потом Type-5 Heavy, а ты на этих подкалиберах Леопарда-то пробьешь. А вот что делать с Type-5 Heavy? Вопрос. Перезарядки у нас очень долгие. Последний снаряд перезаряжается и вовсе, он почти 18 секунд. Это без году неделя. А самый верхний перезаряжается 13,8, что тоже не очень-то быстро. Но интересный фугас. Обратите внимание на их бронепробитие. 127 мм. И теперь представьте, что в вашем дозаряжании целых 3 фугаса, а против вас все, что осталось, это 3 артиллерии, стоящих рядом. Ох, вы их с радостью пощелкаете. Ну, конечно, как с радостью, тоже тут есть свои нюансы. Самое, наверное, что еще важно обсудить, это то, что перезарядка между выстрелами в этом нашем дозаряжании целых 4 секунды. Это настолько много, что ты вроде бы думаешь, а, барабан, круто, 490, это я, получается, выхожу, и это почти 500 за раз, это я 1500 вливаю. Да, но только в твоих снах, если враг будет совсем глупый. А так любой за 4 секунды и позицию это изменит, и другой-то угол брони подвернет, и замучаешься с ним. Радует лишь только то, что у нас хотя бы, ну, более-менее неплохая точность и не такое плохое время сведения. 2 секунды. В целом, сказать так, что танк для ближнего боя. Но для ближнего боя со слабо и среднебронированными машинами. И все это дико странно. И объяснить практически невозможно, потому что нахрен такой тяж тогда нужен, спрашивается. Мало того, у него еще и хп-то немножко, всего 2000. Поэтому, наверное, из оборудования здесь выбора немного. Досылатель мы ставить не можем, поэтому вентиль стаб для удобства стрельбы и скорости перезарядки. А вот третьим модулем тут, друзья, творчество. Поскольку мало хп, вполне будет возможно не лишним, в усиленный слотик как раз для нашей так называемой живучести сюда и подойдет чего-нибудь из этого. На мой взгляд, улучшенная закалка добавляет нам хпшек хоть как-то. Ну, конечно, если мы ставим сюда красный или боновый вентиль. Иначе, конечно, лучше поставить его в нужный слот. Вот такая вот, друзья, история. Ветка новых тяжей начинается у нас с 7 уровня и вся занимает 850 тысяч опыта. Это если вы решите за свободку открыть сразу Рина Черонте. Ну а так, если прокачивать, то вам необходимо на 6 уровне на P43 бис накопить примерно 57 тысяч экспы. И как только патч выходит, а случится это, например, 27 января, то вы сразу открываете семерку и вперед рубиться. Скажу так, что вас будет ждать по пути? На общем тесте удалось немножко понять. Прежде всего, 7 уровень в этой ветке это танк Тень, то есть его прошел, продал, забыл, ничего в нем интересного нет, ну и плохого тоже у него не особо много чего-то. 8 дико комфортная и клевая, очень вам понравится, уверяю. А вот 9 танк спорный, там и бронепробитие на бронебойных невысокое, и голда такая же капризная с низким пробитием и кумулятивы, там возможно будет туговато. Но в конце концов 10. И вот она перед вами, Рина Черонте. По мобильности, кстати, вы видите, что танк довольно подвижный. Он практически как средние танки ездит. У него удельная мощность немножко за 15 лошадей на тонну. Это вполне достойно СТ-шек. И максимальная скорость переднего хода 40. Не могу сказать, что он поспеет за СТ-шками, но поспеть на фазу добивания врагов он точно успеет. И это, конечно, его несомненное достоинство. Обзор у машины не особо большой, могу сказать, что его немного не догрузили, но недостатка не увидите, 390 метров. Всего лишь поставил боновый вентиль и забыл о всех проблемах. Ну и, конечно, экипаж, если еще натренирован в боевое братство и в перки на обзор, то вообще без проблем. Ну и последнее, на чем хочется остановиться, прежде чем перейти к сути, то, что у танка, конечно, как вы замечаете, орудие вращается в башне. Сама башня неподвижна, и углы склонения орудия прекрасные. Пушка гнется вниз на 10. Ну и да, кстати, заметьте, что этот рог, который у танка особо выцеливаемая зона, ее можно легко спрятать. А знаете как? Пока вы, допустим, в перезарядке и во врага стрелять не можете, вы просто задираете пуху наверх, рог как бы проваливается в башню, и вы закрываете, перекрываете его вашим орудием и считаете неуязвимы сверху. Ну, для, по крайней мере, слабой голды. Тоже чем не лайфхак. Ну и вот, переходим, собственно говоря, к самому важному. Что Рина Черонте представляет собой вот без базара? Это действительно танк ближнего боя. Он никакой не снайпер.
он довольно туговат в этом смысле. Точность, ну, не самая плохая, но далеко не снайперская. ДПМов вовсе нет никаких. И один раз промахнувшись, допустим, верхним снарядом, ты перезаряжаешься целых там под 15 секунд. Это какой нахрен вообще ДПМ-то? Ну, то есть, тратить время только пытаться попасть издалека, это означает вообще ничего не настрелять. И хошь не хошь, а в нынешнее время, когда бои 4-5 минут, надо всегда ехать грызться с врагами вблизи. И если на любом другом ДПМном танке, ну, например, из ТТ-10, если взять на суперконе, ты настреляешь в любых турбобоях там свои 4-5 тысяч, ну, я говорю для хороших игроков, конечно, то на Рино Черонте такое происходить будет далеко не всегда. Именно по одной простой чертовой причине. Урон в минуту у нас не 4000, тем более там даже близко не 3 и даже не 2,5, мои хорошие. У нас 2400. Этот танк барабаном хорош, конечно, когда он заряжен. Но стоит только опустошить барабан, и давайте вместе посчитаем. 18 секунд на последнюю пульку, примерно 15 на предпоследнюю и примерно 12 на самую-самую. Мы получаем без малого 45 секунд перезарядки. Ну, я там округлил, конечно, 20 раз, но примерно 40, допустим. 40 секунд нахрен, друзья, перезарядки, при том, что бои длятся минутки по 4. И то из них 2 ты, возможно, едешь до врагов. И не будем забывать, что перезарядка между выстрелами в барабане тоже не 2 секунды, а 4. И эти секунды прибавляются к общему отставанию в ДПМе от всех других танков, короче говоря. Ну то есть, опытный игрок оценит челлендж, потому что ему предстоит на вот таком вот танке ближнего боя, в упоре, где всегда больно, особенно на 10-х уровнях с тремя артиллериями и всякими так якпанзерами на голде и так далее, где и танкануть-то некого, во всех этих тяжелых случаях успеть за небольшое время, с маленьким ДПМом, стреляя только наверняка, не подставляясь и не получая, настреливать. Это дико интересно будет, я уверен, для тех, кто играет хорошо. Ну а для тех, кто играет плохо, скажу сразу, этот танк, вероятно, не для вас, потому что он не столь эффективен, как многие другие на его уровне. Взять того же поляка, суперконя, уж Чифтейна тоже не к ночи помянутого. Все, почти все ТТ-10 будут гораздо способнее в урон, чем этот. Но этот забака необычный и новый. Назвать ли его плохим из-за этого? Ну, пожалуй, нет. Назвать ли хорошим? Да язык не поворачивается. Вот так и живем, друзья. Ну а дальше выкачаем, посмотрим, как он там на основе играется. А пока все, ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч. Пока-пока.